Всем привет! Да вот у меня видео! Всем привет, ребята! Это я, Вова, и смотрите, что мы играем. Герои Энва. Карта. Да, карта Майнкрафта. Кстати, всем привет. Извините, там. Это я бил цепью. Извините. Excuse me. Да. Ой! Блин, я управление забыл поменять. Ну ладно. Давай, поменяй пока что, я тебя вижу. Ну, я могу в настройках поменять. Да, кстати, у меня скин пропал, к сожалению. Потому что я ведь... Я Майнкрафт перезашел, у меня была одна проблема. Где ты находилась? Управление. Управление? Или касание лучше, посмотри. Касание, касание. Касание? А, ну... Вот. Изменить режим управления. Так. Нет. Мне нужен оригинал... Вот. А, это что? Нет, это другой тип, он неудобен тоже. Да, блин. Во. Выбрать. Выходи. Вот, мне вот а так. А ты какой я? А я... Блин, у меня должен... забаговало, похоже. А я что должен делать? Выбирай, во-первых, один из скиллов. Так, у меня почему-то... А где они? А, вот они. Вот они. Я барда уже выбрал. Ты, как ты сказал, 5, вот. Ну, я выберу мада. Мад. Мад. Вот, не нажимай лучше, а это, зайди в этот. Там дофига все. Да нет. Ой. В раздатчик зайди. Я завис. В раздатчик зайди. А у меня появилось, смотри, вот что. В раздатчик зайди. Это твой. Вот снизу же, где маг, в раздатчик сам мага. Ну, я нажал на него. Не нажимать, а зайти. Вот. Просто так неудобно. Вот, а, бери. Всё. Не используй только пока. О, что. А, Никит, это... Чё? На диван идите, я маску забью. Ой. Да, с этим что сделать? Матфил. Это лицо? На диване лицо. Вау, гениально. Лицо на лицо. Класс, я попал в мультик, ребят. Да. Вау, я умею толдовать. О, смотри, я блоки такие-то вспомню, или чё? Где? Да смотри, я на дерево, смотри, опа. Видишь? Это ты бросаешь магию огня. Смотри, я в тебя. Смотри, я то в тебя попаду. Не надо. Упал. И типа тут надо партурить. Да. Ну, вперед. Нет, так тут можно. А, блин, я думал, тут может нельзя допрыгнуть. Ладно. Тут видимо. Ну я просто... Ой. О, у меня вещь сохраняется. Не надо. Так я ж, по-моему, это делал. Чтобы у меня вещи не пропадали. Или это ты там сделал? Автоматически. А. Ну ладно. Не злакал. А я что-то уже в начало не могу перепрыгнуть. И меня тогда я падаю, и если время... Тут можно с вами что делать. Не сразу умираю. Чё? Иди сюда. Смотри. Тут можно добывать кейс, смотрите. Коробки. И оттуда должно падать монеты. Ну, выпали. Это вообще золото. Ну, ладно. Можно торговаться с кем-то. Никита, ну иди сюда. Не надо. На. 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 Я тебе хочу попасть. На. А, на. Нет? Да, на тебя. Не, ну мат, это, конечно, не самое лучшее. Ой. Никита, я тебя зареспавлю. Я понял, где ты. Я тебя телепортирую сейчас. Короче, может, это из-за того, что ты меня убил? Не, походь. Я тебе дистанцию, это, оставлю. Куда? Погодь, я тебя убил.
Павел, все. Дай дистанцию эту изменил у тебя спауна, а то у тебя на 10 поставлю. Нужно на 1. А я платит. Так, где тут у тебя... А, случайно, у меня почему-то тут все нормально. Ладно, сейчас, стой пока что, я к тебе телепортируюсь, я так не застряну. Ну, телепортируйся, ё-моё. Ой. Ну, я тебе сказал стоять. Ну, извини. Да если ты там... А! Да блин! Да почему? Почему? Стой на месте. Окей. Ай. Вот сейчас я вот нахожусь отсюда. Все, ура. Ты просто, наверное, меня наоборот прикинул. Полосатый герой, добро пожаловать в мир. Идры, герои, новеллы, меня зовут. Меня зовут! Не спрашивай. Кто тарту создавал? Ты знаешь? Знаю. И кто? Ну, он бывший украинец, он сейчас на русском не ходит. Да ты что, ё-мо. Так, мне тут нужно... Так, у меня проблемы с... Да ё-моё, ты видел? Я вначале не могу перепрыгнуть. Всё, смотри, я профессионал. Уйди. Ух ты, не перепрыгнул. Дай мне перепрыгнуть. Смотри, тут настоящие профессионалы. Я сейчас, знаете, я сегодня на шар отправил. Вот и упал. Где? На! Ну иди сюда, у меня тут... А, чё я не прыгнул? А, стой, погоди, я пока что включу творческий, ты ничего не делаешь. Почему это? Меня тут я забыл, у меня же ещё одна способность должна быть, это полёт. Ну, а творческий режим это все равно то же самое, что и полёт. Нет, это другой полёт, там у всех полёты должны быть, типа у меня... На ногах должны быть ракеты. Да ё-моё, у меня-то будто и не прыгает. Пошли пока что на диван. Не скидывай меня. А? Это скину. Ты пока ничего не бери из творческого. Да я... Да я вот... Да. Он пока просто паркует, я тоже творческий, просто паркую, не ломаю. Так, идите ракетные ботинки. Ура, я дошел. Так, это как происходит. Тут враги есть? Есть, но они далековато слегка. Ну да, тут паркур. Я потом тут полетаю, смотрю, все мы. Так, вроде вот это. Ну и да, все. Тац. Полетал. Ну что, а ты где там? Я уже до вот этого места добрался. А вот меня пока все. Постреляй. Вот меня попробуй стрелять. Окей. Ты где? Сейчас я до тебя долечу. На. Уи. Так нечестно, на! На, на! У меня ракетные ботинки. Ой, я тебя ударил. У меня ракетные ботинки, мне ничего не нравится. И чё? Ой! Ай, вот так! Вот так! Ну всё, беги.
Пустите, пустите, пустите. Я буду сражаться. Посмотри. Смотри. Только не используй посох земли, потому что он спавнит целый куб. На! Блин! А ну иди сюда! Сейчас я тебе... Эти монеты дальше. Посох льда! Он как бы замораживает. Никита, похоже, что я проблему сделал. Посмотри. Да, ты заморозил что-то. А, ну тут я же могу просто сейчас... Нет, ты меня не заморозишь. Сейчас, подожди. Вот так вот сделать и все. Что ты там заморозил? Не твое дело. Ой. А где подсходить? Я сейчас я сделал. Да где? Я сейчас посох отнятору сделаю. Посох земли. Не используй посох. Планшет. Земли. Планшет мада. Ломает все. Тихо! Планшет мада. В другую руку положи. Другую? И зачем? Ну, в смысле, в этот. Просто он плюс один урон. А. Это я зря сказал. Типа плюс одно сердце дает? Нет, плюс один урон. Ну, пока это скин. Да. Не, ну если хочешь, ты можешь использовать это, тоже если хочешь летать. Да мне бы с радостью бы. Пока что положи, знаешь что? Что? Выбрось мне. Я тебе сейчас дам. Покажу точнее. Или ты хочешь пока что с магом походить? Не знаю. Я надел стать костюм мага. Ты можешь второй надеть. Только уже на грудь. Так, да, мне знаешь что? Мне вот это вот сейчас. Я хочу то, что выбросить. Планшет? Нет. Это посох земли. Ну, проверим. Все, я только это оставил. Две вещи. А монеты нам пригодятся. Золотой слиток я выкинул. А, ты решил просто выкинуть. Я лечу. Вода! Вот, у нас тут водопад появился. А ты где? Обиди в Баттерфлай. Это ты там? Где ты? А, вот ты где. Ты по воде по себе. Ботинка помогает. А, ну дай мне тоже ботинки, ё-моё. Нет. Почему это? Тебе нужно использовать. Ты уже выбрал магию. Тут, а, ну да. Типа того. Так, где ты? О, всё. А я молодец. На! Подожди, ты мне что-то помог открыть? Это где это? Где? Окей. До свидания. Подожди. Что там написано? Выход в туб. А. Что это значит? Нет, это куб. Я тебе могу сказать, что мы сейчас можем попасть в читерский кубик. А где, стоп, где выход в куб? Скажи. Да блин, я наоборот открыть хотел. Всё. Ну ладно, закроемся. Не. Смотри, классный паркур. Нет!
И теперь мне все заново придется. Я могу тебе помочь. Сохранение точно, блин. Я могу тебе помочь. Ай. Ай. Что? Я по воде спасся. Я упал на воду. А, ты меня перенос? Короче, я иду. Подожди, а где. Я не... на корабль. Где вот эти вот. А, вот, но ты на корабль? Да, я полетел. Ну я с тобой там. Кстати, вот, как раз на куб можно перейти. Не, ну ты вот летишь, а я вот хожу. Ну, ты выбрал магию уже. Ну это да. Ну, знаешь еще, кто может летать? Кто? Инженер. На. Я не могу летать. Ладно, ладно, я не буду тебя ударять больше. Я просто. У меня тут меч. Ты осторожный. Я не буду ударять. Все, 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 да. Да вижу я тебя. Заткнись. Это, лотация не дот. Я тебя лечу. Ладно, если хочешь. Кто-то специально. Я могу тебя телепортировать на корабль. Ну телепорти, блин, вода. Да, спас. Утонул. Ты утонул? Да. Ну, попень. Тихо, тихо, тихо. А, нельзя забраться. Перенести того. Мира, да, себе. Себе. А! Да блин, это не упал, тихо. Вот это. Осторожно. Так, вот это сохранение точно. Это не сохранение, это перенос. Я знаю. Читерский. Читерский. Да кто там падает? Это я. Да там тут золотой броне был. Кто? Да вот смотри. А, это не в золотой броне, это сумасшедшие коптеры. Хеликоптер, хеликоптер. Я тут монеты и алмазиков оставлю. Ну оставляю, я почти дошел. Мне бы не упасть. Я богатым буду. Тут и назарит есть, тут все есть. Ура! Вау, скелеты. Скелеты? Ну да. Где? Ты монеты грабишь? Не, я блоки ломаю. А зачем? Не знаю. Просто хочу одну вещь сделать. Так. Какую? Сейчас, подожди минуту. Да тихо! Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Как ты забыл? Я залез только того, сейчас, на эту. И все, что такого. Упали, ну не такое, ну не такое, ну не такое. Это типа ловушка. Из гравибанк. А почему здесь лестница? А, барьер. Гравибанк? Серьезно? Ты серьезно? Что это было? Так, я все закрыл. Можешь это брать вот эти не знаю что. Что я беру, короче, не отглядываюсь. Бери все.
Чего? Ничего. Нормально. Так, я знаю, что это означает. И что же мое «м» означает? Что-то случилось. Нет, ничего не случилось. Я случилось то, что пират на нас нападает. Ладно, я пошутил. Так. Да поймал алмазные блоки. К сожалению, не можешь. Ну да, у нас кирки нет. Не, я могу скрафтить, но мне нужно каменное. Чтобы хотя бы железо. Хочу зачарованный стол. Моё. Ладно, ты там пока гуляй, я пошёл. Ну я, короче, да. Вперёд, на следующий прыгнуть. Вот сейчас я могу даже проиграть. Хотя нет, пока ж не буду. Иди на остров большой. Сейчас, подожди. Ой. Найди меня. Да ты сзади меня, ё-моё. Да ты только что видел. Ну и хи. Ой, а тут барьеры. Не нашел? Да ты на большом острове? Да. Вау, вот это ты прячешься. Вот это ты даешь. Понял, что ты меня не найдешь? Да и не особо хочется. Ну ладно. Виндер. Спасибо. Ладно, не буду тебя мучить, телепортирую. Не-не-не, подожди, не телепортируй. Так, я, кажется, понял. Сейчас, подожди. Я монет забрал, но еще вот это. Так, сколько у меня было? 6, 7. Сейчас, минуточку. Во, я все слева вот так сделал, чтобы было эпичнее. Теперь можешь телепортироваться. Я еще монеты добыл. Смотри, открывай под собой этот. Чё? Иди сюда. Да блин, чё? А этот? Под собой открой только. Ну, и чё? Не, под собой, в смысле, встань. А-а-а. Там на кнопку нажмешь, если хочешь вернуться назад. Вверх. Типа пасхалка или чё? Не, это нет секретное, которое мы теряли был. Ой, и чё в нём, чё это? А ты где? На поверхности. И чё ты ни сюда не идёшь? Ну, не знаю, там бесполезный лут. Там даже нет лута. То есть я зря тебе буду? Можно сказать и так. Просто прикольное место. Ой. На сколько частей разделим карту? Один, в смысле? Не знаю. Один, наверное. Я то, что сохранение поставил. Ну, что-то мало. Как-то. Ну и где ты? Я опять лечу куда-то. Да блин! Ой, где я сохранился?
Могу телепортировать. Да. Ну телепортирую куда-то. Нет, так я... А что ты? Ты собак, что ли? Ой, ё-моё. Ты тоже здесь? Ну, как видишь. Это что же за бомба? А в чём лодерия? Она же с ними собирается в такую же, представляешь, без печки, без всего. Да. Ты представляешь, что делать? Загреметь, больница хочет. Она ради собак, она готова пожертвовать за собой. Ты что-то секретное нашел. Где? Ты где? Так, я тебя телепортирую сейчас. Ты где? Ну ты тусает, ты где? Ну ты тусает, ну ты тусает, ну ты тусает. Talk to me. Ну иди сюда. Я ж тебя не трону. Я слышал, что ты планировал. Иди, беги. Да ладно. А чё за кнопка? Чё за кнопка? Чё за кнопка? Да чё за кнопка? Да чё за кнопка? Да чё за кнопка? Чё за кнопка? Она телепортирует. Куда? Кубик. Телепортируй меня, уже. На, только будет неудобно, ну ладно. Если что, я не видел. Почему? Я что, дебил? Наверное. Я не знаю. Тихо! Ну ты чё? Нормально меня телепортируй. Нормально меня телепортируй. Я не специально. Это не я. Няу, ну ты что? Ты что? Это было не по плану. Давай, это, телепортируй меня. Сейчас, на высоту 1000. Ты мой тотвит, а ты кто? Никита. Это же Никитосик. Няу. Устай. Ладно, сейчас все, не буду тебя бить. Все, не бей меня, бже, не бей меня, бже. Ты задрыл меня. Подожди, это что за кнопка делает? А, ну окей. Моё? Мой меч. Окей. Они там одинаковые были? Разные. Меч марионетки. Это интересный меч. Мне его не видно. Класс. Тут недоработка есть. Да что, тогда я планшет убрал. Так, летел. Ну лети. А я смотрюсь. Угу. Ты что, по мне целишься? Не. Да я не могу собраться. Я к тебе хочу. Чё? Ну иди сюда. Куда ты там пойдёшь? Да ты... Ты что, спятил? Ты где? Ты не найдёшь. Да ты меня толстой дворе не найдёшь. Я тебя вижу, кстати, сверху. А, ну да, у нас же... А вот это теперь не видишь. Вижу.
Ну, в смысле, я же в положении сижу. И ни разу не попал. Почему я же попал вроде? Ну все, я начинаю. Да ты попал! Я выйду в файтинг жесткий. Все, хватит. Ладно, поддамся тебе, я буду на руках сражаться, на голову. На. Ты на чем бил меня? Меч. А, ну ладно, на меча, хоть на меча, беги. Ты там где смотришь? А вот мне интересно. Я только заспаунил. Спидрон по Майнкрафту. Я все равно к тебе телепортируюсь. Все, ты здесь ты меня не найдешь. Я тебя найду везде. Ну где-то я тебя не вижу. Алло, ты где? Ну? Я умею летать, так что ты меня не видишь, смотри в небо. Я знаю, что я тебя вижу. Ты меня не видишь. Я смогу телепортироваться, так что беги. Ну да, конечно. Так. Давай, быстрее, прошу, быстрее. Прыг. Да где ты? Сейчас приду. А, то есть ты не потерпишь? Потерпи немного. Окей. А, ты сохранился? Ты что, трава не ползет? Ты себе не волнуйся. Ой, я, похоже, спалился. Нет, ты спокойно. Волнуйся, все придут. Что? А что случилось? Что такое? У меня сейчас высветилось, как будто Джокер, ты. Типа, я там вот тебя сейчас увидел, такой... Никита, ты мне понравишься. Никита, ты чё? Ну да. Как же с первого раза убиваешь? Никита, подожди, ты что, зелье не видишь, все выпил. Иди попей. А он еще перехитрил. Что? Да.
неплохо. Да то-то! За что? Не могу. Ну да, ты жива. Типа ты... Ой, туплей. Типа... Подожди, а ты что, он там на полётике? Это будто электроны. Туплей. Вот я тоже. На. Да блин. Да чё пульки не идут? Пиу, пиу. Это где? Это где? Что за фигня? Ты где? На. Ты все это время стоял? Ай-яй-яй-яй. Стоп, где ты? А я не сложу тебя. Ты тебя убил? Нет. Да вообще да, ты меня убил. Давай. Монетки. Мои монеты. Так и знал. Всё, я смотрю кинотеатр, не мешай. А! Ну дай мне кинотеатр посмотреть. Ты чё? Я не буду никуда бежать. Хотя нет, лучше бы не помню. Солнце. Ты где? Там выход. Надо валить. Где он? Не знаю, где он. Бежим. Это не выход, это библиотека. Ah!
Буду идти по рельсам. Где враги-то? Где Никита, брат? Типа... Где он? Может, он здесь? Ладно, я монетки брошу. Где ты? Все, нет. Что? Ты где? Ты где? Это мой заряд! Что это тут было такое? Где, серьезно, где ты? Спрятался. И где? Где ты спрятался? Сундук! Вода нет. Ну чё, Никита, сейчас мы будем топаться. Я тебя ищу. О, нашел, беги. Поздно, наверное, ты меня нашел, конечно. Поздно. Знаешь, почему ты меня не найдешь? Почему? Потому что ты меня просто не сможешь найти. А мне наплевать, я буду не тут. Не найдешь, это потерял. Ну что, это работа? Подожди, ты что, со мной пытаешься? Ну ты? Что значит? Куда я еду? Интересно. Ты чё посматриваешь, дома? Посматриваешь. Вау! Это тебе не скажу. Просто ты понял, блин. Ты чё, читер? А может, ты наверху просто следуешь за мной? Что? Давай вместе под это протратимся еще раз. Блин.
Не понял. Что за тарабы? Где? 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 Куда? А, все, мы приехали. Давай еще один кружок. Подожди минуту. Я точно проверю сейчас. Сейчас, ну что творчески рыжий? Ты не мой. Блин. Сделал вторую водоне, кто хочется прототиться. Сделай вторую. Да мне вторая вода нет. Ты сделаешь его? Зачем сделать уже это? Второго да нет. Нет. Да ёшкин пот. А я не могу. Ну ладно. Давай водонитку. Вторую. И давай сюда. Где? Я вот здесь. Давай это. Да господи, телепортируй себя, там мне результат сложно. Ты тупой. Телепортируй меня. Ой, то есть себя. Сомнение. Ну я рядом с зданием, допустим, да, чё. Там, где рельсы. Я только что прототился. Хочется еще раз с тобой. Чё? Ну, короче, так ты хочешь, наверное. Всё, я буду потом здесь. Подожду тебя. Да... Ты что сделал? Ты что сделал? Нечет. Ты что сделал? Алло. Нечет, что ты сделал? Нечет, а это, где вода нет? Да. Ты... Да где вода нет, Ирина? Да... Ладно, в принципе, сейчас будем заканчивать, потому что мы уже скоро пора идти. Да давай хотя бы водонетку найдем. Ты вот... Нет. Ну я это... Я ведь это находил сейчас. Нужно найти рельсы. Находим рельсы. Где рельсы? Рельсы. О, вот рельсы. Так. Но предположим, нам нужно туда идти. Да, долго. Лучше бы на творческом, чтобы долететь. У меня есть прыжок. Ну ты вторую водонетку туда сделай, ё-мо. У меня есть прыжок полетный. Вторую водонетку сделай. Подожди меня. Я за тебя. Я знаю. Я далеко слишком, потому что это... Пальцы устают? Не, я медленно лечу. Почему медленно? Я вверх быстро, а вперед медленно. Стой, остановись.
Я подойду. Да блин. Ай. Да я не буду. О, все, мы приехали. Сделал второго, да нету. У меня резов нету. Да творчески сделай, ё-моё. Нет. Почему? Не охота. Давай сделай. Я и так сломал. Ну или ты прототись по одной. Да прототись, ё-моё. Давай прототись. Как бы тебя достать так? Летел. Давай, пытайся. Нагоняй. Окей, нагоняй обязательно. Смотри, смотри. Смотри, что с тобой происходит. Смотри, что с тобой происходит. Беги за мной. Я тебя вгоняю. А! Блин, я теряю цель. Я потерялся. Тац. Иди по рейсу. Да я вот иду. Ты меня видишь? А где вода нету? Да где вода нету, ё-моё? На! Ай, я тоже убился. Ладно, все, пошел, короче, заканчивай. Ну ладно, ребят, на этом все. С вами был я, долбоёб, и Никита. Ну я был Миронов, я хороший, да. Да. На этом все, всем удачи, всем пока-пока. Продолжим.